Портал Инсургент, мы на фестивале Эпикон, и с нами... Данте из Devil May Cry 4. Нера из той же вселенной. Леди из Devil May Cry 3. Вы какой раз участвуете уже в фестивалях подобного плана? Я раз пятый, наверное, но это не столь много. Я вот на Эпиконе в первый год, в Москву я вообще тоже приезжаю нечасто, а так по другим городам где-то, наверное, раз пятый тоже. А из какого города тоже сами где-то... приехали? Я из Тамбова. Раз. Ну, в принципе, недалеко. А на каких фестивалях, получается, еще были? Был на Воронежском фестивале уже, наверное, с 2016 года. Все фестивали, на которых вы были, вам нравятся, или есть какие-то, которые чем-то разочаровали? Нет, эти атмосферы, атмосфера там вполне ламповая такая, очень интересно на таких мероприятиях поучаствовать, приходить с семьей, очень довольно-таки интересно на самом деле. А вы часто бываете? Ну, я тоже где-то раз пятый, но на самом деле в Москву первый раз у меня получилось прийти в костюме, до этого по городам России тоже каталась. Ну, я из Саратова приехал на этот фестиваль. Собственно, а так, ну, как и говорил, раз пятый. Единственное, что я больше по местным фестивалям хожу, потому что они дороги сердца в основном, хоть и гораздо меньше, чем этот. У вас это первый косплей или у вас за спиной еще какие-то есть? Ну, да, за спиной у меня, по-моему, штуки 3-4 костюма есть. Ну, буквально... Тоже 2-3, и я подобрал себе любимые персонажи, и в основном в ним хожу. У вас сколько времени ушло на ваши костюмы? Я где-то обычно в год делаю по 2-3 костюма. В принципе, в свободное время занимаюсь, в принципе, ими. Вот, вот и все. Какие у вас еще персонажи? Получается, у вас еще 2 персонажа есть, раз 3 костюма. Я делал еще по Fairy Tail, это по аниме, персонаж Жерар. Вот, а в прошлых годах там, получается, у меня были спайдеры, довольно-таки, в принципе, легкие такие косплеи. Требуется только принт на ткани. И по темнее черному тоже это аниме, персонаж Хэй. Вот. Может, вы еще что-то готовите на следующий год? Ну, так далеко я еще пока не задумывалась. Вообще планирую к Игромиру подготовить леди из пятой части. Амбиции есть амбиции, но вот я думаю, с ней на Игромире уже в Неро из пятой части встретиться. Ну, то, что мы встретимся, это по-любому. А так, в принципе, еще на будущее я планирую по вселенной Герой Щита сделать персонажа, главного героя. Вот, и еще какой-нибудь второй проект, пока я... В процессе, так сказать. Вы, получается, из разных городов, и вы познакомились на фестивале несколько лет назад. Нет, мы познакомились именно тут. Сегодня первый день, как мы знакомы. Второй. Нам просто нравится вместе толпой ходить, это волшебно. А те дефиле, которые вы участвовали все вместе, да? Нет, дело в том, что мы-то из разных городов, и перед подачей заявок никто не знает полного списка участников. То есть то, что мы собрались из одной вселенной, это... Своего рода чудо. Понятно. А вам еще нравятся какие-то комикс-вселенные, кроме Devil May Cry? Полно, то есть каждая вселенная полна своего лора. Тот же Warhammer. Есть что тебе нравится? Я люблю вселенную World of Warcraft. Также мне очень нравятся серии игр Silent Hill и Metal Gear Solid. Все один источник. Ну и к StarCon, который пройдет в Питере, это один из тоже крупных масштабных фестивалей. Уже не я буду участвовать, а моя девушка. Мы долго готовились к созданию костюма жрицы Лераты из игры Герой Меча и Магии. По StarCon я пока точно не знаю. В принципе, любимые вселенные это по Марвел, в принципе, довольно-таки старые фильмы в основном это Спайдеры, по вселенной DC Бэтмен и так далее. В принципе, вселенных много. Может, какие-то книги у вас есть, собирание, хобби, увлечения? Вы что-то коллекционируете? Да, конечно, я коллекционирую видеоигры. Очень люблю, чтобы на полочке красиво все стояло. Также я с недавнего времени начала коллекционировать фигурки. Купила недавно Вергилия. Теперь у меня есть дома личный Вергилий.
Вот. Ну, косплей — это само по себе тяжелое занятие. То есть, вы знаете, есть мастера, которые работают с деревом, работают с металлом. А вот крафтер должен уметь работать абсолютно со всем, включая силикон, пластик, знать, с чем соединяются клея. И в этом году я постигаю столярную работу и резьбу по дереву. Так что уважайте косплеера! Я в диком восторге от каждого человека, который здесь участвует. Вот эта девушка сделала сама эту калину. Покажешь в экран? На камеру. Представьте, она таскает эту калину на протяжении 2 дней. А этот ребенок, он из стали. Косплеер — это невыносимый труд. Но это приятно каждый раз выходить на сцену, несмотря на страх и мандраж. В общем, восторг. Несмотря на то, что это один раз в год. Фестивалей много, но да, это первый мой фестиваль за этот год. И к этому стоит готовиться, это эмоции. Впечатления, эмоции, конечно. И фотографии. Конечно. Уважайте фотографа. Да. Много к вам людей сегодня подошло, вчера подошло? Десятки, просто. Особенно по отдельности, мало ко мне подходили ни разу, но как только мы втроем нашлись, сразу и 3 фотографа, и толпа людей. Это прекрасно. А когда люди, мне кажется, с такими интересами объединяются и знакомятся, я думаю, это прекрасно. На следующий фестиваль не планируете вместе уже компанией так поехать? А мы познакомились, мы обменялись страницами ВКонтакте. Я думаю, у нас будут некоторые проекты совместные. Я надеюсь на это. Все, спасибо вам, удачи. Спасибо. Всего вам хорошего.